Значение географических открытий. Людей тянуло любопытство и торговля исследовать под темной маской скрытый тот новый свет, плыть за которым было и глупо, непривычно и грешно, как мне у средневековый человек. Но все-таки нашлись смелее люди. Колумбы, Диаш, Магеллан, Веспуччи. Все в Индию найти тот путь стремились. Богатство путь и пряностей малукских. Конечно, та удача дорогая была всем по душам. И королям, монахам, просто жителям, торговцам. Бог, твердь и золото, твердили все они, круг Африки через Америку плывя. Они должны именоваться новым светом. И это правда об Атлантике открытие. И не забудем мы еще про Магеллана Фернандо, чья флотилия всю землю обогнула без изъяна. Все так и есть, но тут же одно но. Когда приплыли европейцы к новым землям, хотели здесь они порядок свой установить, и здешние племена индейцев, инков, майя себе в рабы взять и заставить их служить. Последние два из Южной были Америки, а первые те с севера. И стали бедные индейцы не за грош работать на чужой земле пионами, и не уйти, ни замуж выходить нельзя без разрешения господина. А что уж до детей, тут страшно говорить, пионов дети те рабами навсегда рождались.